Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русских Иван, я вас приветствую на канале Процветок. Биологические препараты для защиты растений являются современным способом избавления от многих проблем, связанных с поражением растений всевозможными болезнями. Этот метод считается достаточно безопасным для здоровья человека и для окружающей среды. Биологические препараты интересны тем, что они, имея какое-то живое начало в самом препарате, то есть это или грипп, или бактерии живые, могут воспроизводиться в том числе в домашних условиях. Препараты, получаемые в домашних условиях, могут быть и на самом деле являются гораздо более качественными зачастую, нежели чем те, которые вы можете купить в магазине. Одним из примеров таких препаратов является глиокладин. Он содержит в своем составе триходерму из вида херцианум. Эта триходерма подавляет различные виды патогенных грибков, так же как и триходерма вириде, но обладает также сильным фитостимулирующим действием. Продается глиокладин, как правило, в виде таблеточек в различных упаковках от разных производителей. Попытки воспроизвести этот препарат в домашних условиях являются очень нестабильными. У кого-то получается с первого раза, а у кого-то не получается и вовсе. Вот этот вот опыт, который и мы, и вы, наши зрители, приобрели в ходе воспроизводства биологических препаратов, указывает на то, что основной проблемой воспроизводства этих препаратов в домашних условиях, грибных препаратов, в частности глиокладина, а также триходермы вериде, является его сильнейшее заражение такими грибами, как мукор и ризопус. Это два родственных гриба, которых можно найти очень часто на старом хлебе, на зерне, на отрубях, на крупе, если во влажном месте полежало. В принципе, с мукором все знакомы со школьных времен. Его в школе, в школьном курсе биологии изучают как один из видов грибов. Примеров таких. В итоге, когда мы высаживаем таблеточку глиокладина на чашку Петри, то имеем вот такую очень некрасивую и очень неприглядную картину. Кто-то может, конечно, удивиться и возразить, и сказать, что слушайте, ну вот это же сильные грибы, триходерма, они поедают другие грибы, почему же они не могут справиться с мукором? Дело в том, что и триходерма, и мукор, и ризопус являются нормальными обитателями почвы. И в природе вообще не существует абсолютных убийц таких, чтобы они прям все съедали абсолютно. Кто-то становится хищником, кто-то приспосабливается. Все находится в вечной борьбе. Если кто-то думает, что в природе все гармонично, мирно и дружно, то это совсем не так. В природе все друг друга стремятся съесть. И, соответственно, все друг другу сопротивляются. Будучи обитателями одного и того же биотопа, так сказать, одного и того же места, почвы, а мукор уже и ризопус приспособились к тому, чтобы сопротивляться триходерме. Мукор в большей степени, ризопус в меньшей степени. Ризопус в конечном счете все-таки подавляется триходермой, хотя и не сразу. А вот мукор практически не подавляется. И именно разрастание мукора на отрубях, на других субстратах, на крупе, где выращиваются глиокладин, вот этот триходерма херцианум или триходерма вериде, и является основной проблемой неуспеха и, может быть, какого-то разочарования в этом способе воссоздания биопрепаратов для защиты растений. Конечно, мы не могли остаться без внимания к этой проблеме и стали искать что-то, какой-то метод, который бы позволил нам в значительной степени избавиться от роста мукора. Безусловно, в первую очередь мы обратили взор на различные химически синтезированные препараты, и среди них есть, которые подавляют мукор. Однако для широких слоев населения эти препараты не всегда доступны, зачастую можно сказать, что совсем недоступны. Ну, это какая-то такая лабораторная, можно сказать, химия. Поэтому мы стали искать что-то,
что является гораздо более приемлемым для использования любым человеком, каждым человеком в домашних условиях. И остановили свой взор на таком широко распространенном веществе, как медный купорос. Нам стало любопытно, во-первых, насколько медный купорос подавляет рост самой триходермы, и это, пожалуй, было первое, что нам нужно было узнать. И оказалось, что триходерма довольно-таки устойчива к медному купоросу. Ее можно не в баковой смеси, но одновременно применять с препаратами меди, с хлорокисем меди, с бордоской жидкостью и так далее. Ну, то есть можно чередовать или вносить, ну, не боясь, если на листьях находится бордоская, то не страшно, если туда попадет и триходерма, она там не погибнет. И это привело нас к мысли испытать различные концентрации медного купороса в отношении грибов мукора, ну или мукороподобных грибов. В итоге оказалось, что уже полупроцентная концентрация медного купороса значительно подавляет мукор. Вот у меня здесь на чашечке с одной стороны посеяна чистая культура триходермы, а с другой стороны чистая культура мукора. На полупроцентном медном купоросе триходерма растет, конечно, хуже, чем на контроле, но вполне сносно. Мукор же практически подавляется. На 1% медном купоросе триходерма все-таки растет, хоть и хуже, конечно, чем в контроле и чем на 0,5% медном купоросе. Однако же мукор полностью перестает воспроизводиться, не растет полностью. Примерно такая же картина наблюдается и на 2% купоросе. А вот на 3% купоросе рост и триходермы, ну а мукора и подавно, полностью прекращается. Исходя из этих данных, мы предлагаем следующий способ выращивания триходермы на крупе или отрубях, или еще каких-то субстратах, которые вам удобны, с добавлением медного купороса для выделения первичной такой чистой культуры и непосредственно из препарата. Что для этого надо сделать? Ну, я буду говорить на примере отрубей, но то же самое можно сделать, например, на перловой крупе. Вот у меня такая 800-граммовка банка, которая почти наполовину, ну, считайте, наполовину заполнена отрубями. Я чистую банку заполняю этими отрубями и ставлю в духовку примерно на час при 200 градусах при такой температуре. В этом случае отруби полностью избавляются от большинства видов грибов и вообще микроорганизмов, которые могут нарушить ход выращивания нашего биопрепарата. Затем я эти сухие отруби как следует увлажняю, внимание, 10% раствором медного купороса. Почему 10% раствором? Да потому что он разбавится в отрубях, и его концентрация не будет превышать здесь в конечном счете порядка 2%. А это то, что нам как раз и нужно для того, чтобы подавить рост этого самого ненавистного мукора. Как следует, вот так вот их встряхиваю, перемешиваю, для того, чтобы убедиться, что все мои отруби равномерно увлажнились. На 400 грамм объема отрубей сухих я прибавляю где-то примерно, ну, около 150 миллилитров вот этого самого 10% медного купороса. После того, как я вот так вот все хорошо, как следует, смочил, не так, чтобы там плюхало, но для, чтобы отруби оказались в достаточной степени увлажнены, но они там еще болтаются как следует, я после этого на поверхность отрубей укладываю таблеточки гликолидина, ну несколько, 3-5 штучек можно уложить. И после этого банку закрываю и ожидаю роста
этого самого гриба. В результате вы увидите, как у вас сверху вниз, вот здесь у меня уже банка готовая, идет прорастание мицелия и образование спор. В конечном счете вы получаете вот такую вот прекрасную культуру триходермы, которая содержит в себе даже вот, ну, в таком вот объеме те же самые пол-литра примерно. Это не просто сотни, а, наверное, тысячи вот этих вот таблеточек и упаковочек триходермы, которые вы могли бы купить в магазине, причем качество их гораздо-гораздо выше. О качестве различных препаратов, содержащих триходерму, мы с вами обязательно еще поговорим. Поговорим, откуда можно взять триходерму из естественных условий. Это очень увлекательно, очень интересно. Ну а на этом я прощаюсь с вами. Желаю вам вырастить хороший и качественный препарат. До новых встреч!